Работа над Фрунзенским мостом идет круглые сутки без выходных. Все по графику. Задействовано 200 специалистов и более 70 единиц техники. Длина новой дороги вместе со всеми развязками более 2,5 километров. Ширина проезжей части 22 метра. По оценкам специалистов, новый мост в сутки сможет пропускать более 3,5 тысяч автомобилей. Сейчас на двух береговых опорах из 4 работы уже завершены. Одновременно строители занимаются дорожными развязками. Также работы проводятся по строительству 9-го съезда в рамках развязки с улицей Фрунзе. По 9-му съезду проводятся работы по устройству подпорной стены, которая будет укреплять крутые берега правого берега от обрушения и осыпания. Проект мостового перехода Фрунзенский – это не только, собственно, мост через реку Самара, дорожные развязки по улице Фрунзе и Шоссейная, но и мост через заболоченное озеро Банное, на котором мы сейчас и находимся. Все 7 опор для этого моста уже готовы, и сейчас строители занимаются тем, что устанавливают мостовой пролет, на который сверху будет укладываться дорожное полотно. Установку всех опор будущего моста строители обещают завершить уже в этом году при должном финансировании. В ближайшее время Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно 480 миллионов рублей. Соответствующее соглашение с правительством региона заключит Росавтодор. Договоренность была достигнута на Петербургском экономическом форуме между губернатором Николаем Меркушкиным и министром транспорта России Максимом Соколовым. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.